Книгохранилище – одно из самых загадочных и таинственных мест Казанского федерального университета, о котором знают только его сотрудники. Сегодня мы попали в основное книгохранилище университета, дорожащего в своих стенах огромный массив уникальной литературы. Основное книгохранилище научной библиотеки имени Николая Лобачевского насчитывает около 3,5 миллионов раритетных книг и изданий. Отдел древних рукописей – это цитадель фонда библиотеки. Как отмечает заместитель директора Эльмира Амирханова, книгохранилище – это уникальное здание, построенное по проекту Николая Ивановича Лобачевского, в котором созданы особые условия для хранения раритетов. Это самая крупная коллекция в России арабографических рукописей. Огромное наследие мусульманского мира здесь находится. Здесь очень ценные славянские рукописи, начиная с 13 века. Очень важные тексты для истории нашего региона, включая указы императоров нашим казанским губернаторам. И очень много важных прижизненных изданий с автографами наших великих писателей, поэтов, начиная с Гавриила Романовича Державина, Третьяковского, Карамзина и многих других. Для того, чтобы поместить весь этот массив ценных документов и старинных изданий, потребовалось построить 3 этажа вглубь, под 2-й учебный корпус университета. Здесь находятся периодические издания разных лет. Например, вот это издание 1891 года. Доступ к литературным и культурным ценностям книгохранилища научной библиотеки Лобачевского имеют и студенты Казанского федерального университета. Любой желающий может прийти и по специальному абонементу, предусмотренным условиями библиотеки, взять понравившуюся книгу. Здесь ведется запись читателей в библиотеку, выдаются учебная и научная литература, а также выдается литература, выписанная из книгохранения. Научная библиотека сегодня – это не только богатый фонд книжных достояний, но и комфортная среда для учебы и саморазвития студентов. Помимо того, что ее пространство располагает 3 читальными залами и зоной отдыха, посетители также могут воспользоваться электронными библиотечными ресурсами. Виктория Бояринцева, Амир Ахтямов, Фарид Захитоглы, Универньюз.